был шаткий мир, холодный, довоенный. Но жил один крестьянин, как в раю. Любил жену настолько откровенно, что год за годом пополнял семью. Бомбили Киев, Минск пал за неделю. До взятия Москвы тут пару дней. Его призвать сначала не хотели. Успел он стать отцом шести детей. А дурь она геройская витает. По книжкам да по фильмам воевать. До той поры, как мина отрывает конечности ль башку ядрёна мать. Отцу-герою выяснилось можно громить врагов нет опытных людей. Ему внушали, надо осторожно, ведь ты отец, отец шести детей. К полку прибился мальчик из-под Вязьмы, где догорал очередной котел. Мы полстраны просрали безобразно, вот потому он в неизвестность шел. Но чтобы сердце скука не томила, с мальчишкой общих не было речей. Он видел в нем Степана и Кирилла, плюс четверых оставшихся детей. Вы не услышите про подвиг изложения. Тот бой короткий был в ночной тиши. Враг кинулся в окопы и в мгновение в клубке из тел запрыгали ножи. До этого в землянке и с бойцами малой в быту стал чуточку взрослей. А тут стоит и хлопает глазами, а рядом с ним отец шести детей. Летит граната, падает под ноги, мужик швырнул в падение пацана. И сделал то, что дано немногим, накрыл гробой гранату плач жена. Ему за это никаких признаний, а сколько незамеченных смертей. Посмертно сам себе присвоил звание, теперь он стал отцом семи детей. Посмертно он себе присвоил звание и стал отцом семи детей.